Всем доброго времени. И еще раз проблема Тахацу. Проблема заключается в блоке. Нет питания на насос. Значит, для контроля снимаем вот эту фишку. Вот с этого места. Ставим 10-ваттный светодиод. Это адаптированный под 12 вольт. Можно применить что-то подобное, но не сильно мощное. Так, подключаем провод с полосой черный, это минус. Провод без полосы, синий, это плюс. Вот, мозги прислал с Москвы человек. В общем, забираться пришлось отсюда. Вот. Отключил свои и решил проверить. Ну, в общем, по тесту было заранее все это то же самое сделано. Никакого питания не было. Поэтому решено было вскрывать. Вот, сейчас я заведу. Вернее, попробую. Питание идет. Все отлично. Так, ну на остаточном, может быть, у нас даже получится. Вот мы снимаем эти проводки. Может даже получится его завести. Сейчас мы это дело. Бензинчик там. Разъемчик защелкивается. Вот эту защелку надо поднять вверх. Вот. Павел, это твой мозг. Вернее, от твоего двигателя. Вот, попробуем. Все работает. А, кратковременно, без воды. Прошу прощения. Ну, по-другому никак. Павел, все работает. Можешь смело получать свой блочок. Вот, дальше созвонимся. А, в общем, с Башкирии прислали мне блок. Его зачистили. Вот, очень сильно зачистили. Так, сейчас. Прошу прощения. Вот, значит, зачистка была ускоренной, но немножечко неаккуратной. Ну, трагедия заключалась в том, что вот этот элемент, вот он внизу, около двух конденсаторов, рядом MOSFET, который, в общем-то, если честно сказать, ну, не Япония паяла. Ну, вот у Павла от этого и проблема. А вот с Башкирии пришел этот блок. С тем же дефектом, но ему не повезло. Он приехал уже тотально вскрытый, вот разобранный. И здесь, в общем, снесли большую часть мелких-мелких деталей. Поэтому мне нужен донор убитый для восстановления этого блока. Пока в наличии нет, ждем. Вот. А так, на ремонте, если кто-то не справится сам, можете высылать. Всего доброго. Еще раз. Паш, это твой блок. Вот он стоит, подключен. Вот он вскрытый. Вот. Все. Всем пока.